Усыновлять детей россиянам мешают возраст и материальные проблемы. Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, при каких условиях россияне могли бы усыновить детей и что мешает тем, кто не допускает для себя такой возможности. Согласно проведенному опросу, получилось, что возможность усыновить ребенка рассматривает для себя не более 14% респондентов, а 80% считают это для себя неприемлемым. Те, кто не допускает для себя усыновления, в качестве главного препятствия указывают возраст. На втором месте ограничения, связанные с материальным положением. Меньше тех, кто указывает на жилищные условия, таких всего 7%.